Мужская стрижка 300, детская 200, женская, как везде, в зависимости от длины волос. Казалось бы, ничего необычного, стандартная дешевая парикмахерская. Вот только таких в одном Ижевске уже сотня, а владельцу они приносят под 300 миллионов в год. Скорее всего, от того и широкая улыбка на его лице. А в 2006-м, будучи студентом, Константин Сунцов работал на металлургическом заводе всего за 15 тысяч рублей. Наша сеть началась с стартового капитала 300 тысяч рублей. Собственно, вот с 300 тысяч рублей мы выросли в сеть более чем 100 салонов. В 2010 году открыто 5 парикмахерских. В 2011 решился на первый кредит 7 миллионов. В итоге за 8 лет открыто 55 салонов в Ижевске и 2 собственных учебных центра. С 2015 года продается франшиза. 2018 для предпринимателя будет ознаменован выходом на Москву. В первый год в Белокаменной Сунцов планирует заработать 40 миллионов, каждый месяц открывая по точке. Конкурентов у него 7 тысяч салонов, из них 3000 эконом. Удастся ли вытеснить, покажет следующий годовой отчет.